На основании постановления главы государства о дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью и концепции организации духовно-просветительской работы в органах внутренних дел в Фергане состоялась вторая республиканская научно-практическая конференция ветеранов и молодых сотрудников органов внутренних дел. Научно-практическая конференция, организованная по инициативе МВД, включила в себя ряд актуальных вопросов. В двухдневном мероприятии приняли участие ветераны и лидеры молодежи из Республики Каракалпакстан и всех регионов страны. С целью глубокого изучения опыта Ферганы участники посетили город Коканд, Риштанский, Багдадский, Учкуприкский районы, где ознакомились с работами, проводимыми на основе систем Хонадонбай и Ходамбай. Также были изучены вопросы работы с молодыми кадрами, семейные условия сотрудников органов внутренних дел. Мы поставили вот на сегодняшней конференции задачу со стороны руководства министерства, что каждый наставник минимум 10 своих молодежи должен под наставничество своим личным примером и в труде, и в обращении с населением, и в работе в махалях, чтобы это давало эффект. Очень большое внимание как и сотрудникам, так же и молодежи нашего населения. Потому что если мы их обеспечим настоящим трудом, мы их обеспечим учебой и покажем пример, то, естественно, мы будем иметь результаты положительной работы как и в труде, так и в воспитании, и в сохранении общественных порядков. Изучены также проблемы и предложения семей, занимающихся предпринимательством, ремесленничеством и садоводством. Участники конференции, представители структуры обменялись мнениями о распространении ферганского опыта в рамках работы по системе Ходамбай во всех регионах страны. Также в рамках научно-практической конференции были организованы различные духовно-просветительские мероприятия и поездки. Мастер-классы, организованные в Международном центре керамики в Риштанском районе, познакомили участников с деятельностью кружков, основанных на традиции «мастер-ученик». Выступившие на мероприятии в городе Коканде подчеркнули важность дальнейшей реализации традиции «мастер-ученик» на практике, тем самым эффективно используя опыт и знания ветеранов в воспитании молодежи. В Фергане, Коканде и Маргилане ветераны МВД оказывают практическую помощь и дают советы молодым сотрудникам, в частности, инспекторам профилактики. Отмечено, что многолетний опыт и знания представителей старшего поколения помогают решать проблемы населения, а также снижать уровень преступности и правонарушений. Даны соответствующие рекомендации по распространению этого опыта в разрезе других городов и районов республики. В ходе научно-практической конференции группе активных ветеранов, которые на протяжении многих лет самоотверженно работали во благо общественной безопасности, мира и стабильности в стране, а также внесли достойный вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и профессионализма, торжественно вручены памятный знак «Ичкиштар Вазирлигининг Оттазиллиги», нагрудный знак «Ичкиштар Органлары Фахри Ходама», а также памятные подарки. Изучение, проведенное в Махалях по системе Ханаданбай, позволили также ближе ознакомиться с опытом Ферганской области. И в решении подобных проблем многолетний опыт наших наставников очень важен. Также в ходе конференции проанализирована прошлогодняя деятельность сотрудников системы, в частности, работа с молодыми кадрами. Разработан план дальнейших мероприятий. Двухдневная научно-практическая конференция знаменательна тем, что служит объединению опыта ветеранов с энтузиазмом молодежи как практическая реализация традиции «мастер-ученик». В этом были единодушны участники мероприятия.